Боже, милостив будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно есть всякого истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, родившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного, животворящего креста, святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси человека любец. Аминь. Боже, милости, будь мне грешен. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Это начало. И небольшое вступление о посте. Потому что половина поста прошла. И другой возможности, может, не будет. На этой неделе, послезавтра, чтение канона Андрея Крицкого. Один раз в году полностью весь канон считается. Поэтому о каноне много раз говорил. Надо его заранее прочитать, если кто Библию знает. Из Библии он берет отдельные эпизоды, и в каждый как бы входит сам. Адам пал, и я так, Господи, прости меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Мне приходилось, когда в университетах вели занятия, то мы проходили это, специально делали так, чтобы люди знали. Это растягивалось на месяц больше, наверное, объяснять. А тут люди впервые приходящие, они вообще не понимают ни одного слова, ни одного. Не только кто-то, и священники не понимают. Я объяснял об этом, считаю, что за один раз считать этот канон, ну так, ну положено, просчитали и все. Польза вся, что поклоны земные. Более 200 поклонов, а на самом деле около 500, если полностью выполняли, но молитва Господи Владыка Живота Моего, Ефрема Сирина, в ней 16 поклонов земных, 16, так было всегда. Никон, патриарх, отменил 12 поклонов, осталось 4. Видите, все это идет на расслабление человека. И вот сейчас прочитаем о посте. О молитве уже мы закончили.
а это пост. Где? Это все к истинному православию в нашей книге есть. Пост – самое лучшее убранство женщин. Узда во цвете лет. Охранение супружества. Примите пост. Здоровые – это охрана вашей телесной крепости. Примите пост больные – это матерь здоровья. Пост полезен во всякое время, потому что на постящегося не смеют нападать демоны. Кавычки закрыты. Василий Великий. Пост заповедан самим Богом. Ибо в пророчестве святого и святым Аилем сказано: «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне», Иоэль 2.12, «всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, назначьте пост». Пост есть у буддистов. Вот они там на горах постятся, очень сильно постятся. У мусульман вот празднуют, а вот ураза, когда закончится, по-другому пост. У православных пост, так это смена... То, что одна пища меняется только другой. А есть такие, что когда не пить и не есть ничего, это настоящий пост. Но без воды труднее прожить, чем без пищи. Доброе дело, молитва с постом и милостыней, и справедливостью. Значит, молитва, пост и милостыня со справедливостью. Книга Тавита 12.8. Неканоническая книга. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Невозможно, совершенно невозможно пребывать с Богом тем, которые прежде не позаботились исцелить себя постом. Как врач, излечив больного, запрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, так и Христос после крещения установил пост. Ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Иоанн Златоуст говорит это. Ни по каким причинам не разрешается вкушать рыбу в Великий пост. Новая скрижаль, страница 248, пост 56. Причина действия поста на духа злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Укрощенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Игнатий Брянчанинов. Воздержание от пищи нужно для того, чтобы ослабить силу плоти и сделать покорным этого коня. Златоуст. Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долги его, то совершенно напрасно постишься и молишься. Бог не примет тебя. Ефрем Сирин. Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но зато клеветой терзаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию, питается пищей, сквернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь? Ты постишься. Умилостиви того, кого ты обидел.
Никогда не завидуй брату, никому не питай ненависти. Ты постишься? Не предавайся тщеславию. Иоанн Златоуст. Ты постишься, напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих. Будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния. Святой Иоанн Златоуст. Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви. Иоанн Касьян. Ну, думаю, на сегодня о посте хватит. До следующего раза. Если Господь позволит, ну, возможность у кого есть, заходите на наш сайт. Запоминайте, я о чем говорю. Сайт. Он говорит, а я не нашел. Где ты был? Так оказалось, был на форуме. Там тоже можно зарядить и найти. Но на сайте лучше. И там, прямо на первой странице, книга «К истинному православию». В нее только ткни, и откроется оглавление. Но в оглавлении там сразу увидишь о посте. Материал очень богатый. На каждый день расписано. И не надо считать, что такой ты уже крепкий, тебе пост не нужен. Феофан говорит, причина одна – не хочу. Он все причины разбирает. Четыре причины в основном. То больной, то не могу. Попощусь, когда захочу. Он говорит, ну, когда умрешь, и тебя демоны в ад потащат, тогда хочешь, не хочешь, пойдешь. Так что надо быть очень внимательным. За молитву святых Отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, не коли же благое сотвори пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блажь, ангельскую песнь попьем Ти сильный. Свят, свят, святости Божия. Богородицу и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
от одра и сна, воздвигл меня си, Господи, умой просвети сердце и усни мои отверзи. Воеже петь эти святая Троица, свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приит, и ко его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие ради Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигл меня еси. Во ежеутренните словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Так, Псалом 51. Может, туда выйти? Что хвалишься злодейством сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой. Как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро. Больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, и изринет тебя, и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». 52-й Псалом. Не надо, только один раз, первый, когда начинал, а дальше уже не называй их. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусное преступление. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Вы все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня.
Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его. Посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, ибо Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века, живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога, а простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей, многие в щедротах и неизреченны в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в Меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего». Да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана, а не похвалится. Слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, чрево матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела! Прости мне все, чем я оскорбил Тебя
во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и повраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах нашей. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного, животворящего Христа Господня, не оставь нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруй, Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей и сродника, благодетель митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнорея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосиму, Алипию, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дальше священнику угодно, смири власти и воинства их, и наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, и сохрани их от покушения на них, даруй им духовное рождение и страх Твой. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, нас научи ценить это мирное время и приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю землю, как говорит Писание. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! За эту мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Аллилуйя! Спаси и помилуй нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, от наводнения. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И почти добрые жители здесь, не знающими Тебя, любящими уставы Твои. И сохрани школу там. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью с чадами, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Оливкину, и расширь пределы наших общин, найди новые души, всех побуди на благовестие. Аллилуйя! Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чада и Валентину, Алексея, Валерию, Валентину, Надежду, Андрея, Дмитрия, Олега, Алексея, Михаила,
Нину. Александра, Александра, Александра. Анну, Юрия, Георгия. И всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Воззри на врагов, разруши их замыслы. Закрой их лживые уста. Дай истинный страх Твой. И в судный день не помяни их безумие. А нас помилуй, милости Твоей, ради, аллилуйя. Благослови благодетели наших. Елену, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимира. Аллилуйя. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Посети болящую, Господи, и даруй им исцеление, облегчение страданий. Сергея, Алексея, Алексея, Александру, Александру, Анну, Анну. Калерию, Акелину, Тамару, Марию, Неонилу. И нас помилуй, милости Твоей ради, аллилуйя. Господи, благодарю Тебя за болезнь и за здоровье, за друзей и за врагов, и во все свое время окажется на пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Будь милостив к нам, Владыка, посети путешествующих и возврати их домой, если угодно Тебе. Льва, Раису, и найди отступников Николая, Михаила и всех их знаешь, умягчи их сердца любовью. Не дай им погибнуть в ожесточении. Аллилуйя, найди все наше родство, обрати их на путь истины. А знающих Тебя обильно благослови. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Между нами да будет мир, любовь и согласие по слову Твоему. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизни вечную, отошедшей от жизни сей. Ибо нет человека в земле, который, живя, не согрешил бы. Простим всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благоволение, аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! И сохрани сокровища нашей книги здесь и в пути. И обратит к истине Твоей Тимофея, Тимофея, Мартина, Александра, Германа. Ты знаешь, Господи Боже мой. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты хранил, спасая от видимых и невидимых опасностей. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христову, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никому не завидовать, не роптать, и каждому дары жилье, Сергею Гавриилу. Аллилуйя!
Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Укрепи народ Твой, Господи, чтобы не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Яиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! Святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Емефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский и Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Наталья, Татьяна, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Исправь непокоривость Галины, семейства ее, Евгении, Надежды, 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 Султаны, Марии, Ларисы, Марины, Юлии, Елены, Людмилы, Галины и Иоанны. А Тебе, Господи Боже, слава, Тебе честь и поклонение, слава и благодарение отныне и вовеки. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Боже, очисти меня грешного. Господи,
Будь милостив ко мне грешному. Благодарю Тебя, Господи, за Твое долготерпение, что снова позволил предстать перед Тобою и прославить имя Твое святое, ибо Ты достоин всяческого восхваления. Слава Тебе, Боже наш, слава! Ты окружил нас творением рук Твоих, и во всем виден Ты, добрый, многомилостивый и долготерпеливый. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дожми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему, ей, Господи, Царю. Даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящимися Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аллилуйя! Доброе утро всем! Мы сейчас утром насчитываем события дня. Это часовой ролик у нас получается. Какие события были в воскресный день, за прошлый день? Ну, я отключу тут всех, а потом, кому надо, заново включу. Ну, минуты, может быть, через три. И можете с нами пребывать здесь, слышать, заранее знать. Но это будет на нашем видеоканале. И я дублирую это на мой мир.